Если театр начинается с вешалки, то многоквартирный дом с входной группы. Подъезд – это своего рода визитная карточка. От того, в каком состоянии его содержат, зависит общее впечатление о доме и его жильцах. Поэтому они стараются поддерживать там чистоту и порядок. Но бывают и исключения. Где-то отвалилась краска, где-то сломались почтовые ящики, а где-то постарались нерадивые художники. В этом случае поможет только ремонт. За последние 5 лет в Мытищах в общей сложности отремонтировали почти 1800 подъездов. В этом году работы запланированы еще в 150. Адресный перечень, который вошел в программу, обсудили сегодня на оперативном совещании в администрации округа. Исходя из общего состояния подъездов, мы определили организации, которые в этом году будут проводить работы по ремонту подъездов. И, соответственно, определили количество подъездов. Это управляющая компания ГЖУ-4 – 17 подъездов, МБУ-ЖЭУ – 16 подъездов, жилищное хозяйство – 16. УК «Пример» и СТ-сервис «Крукинух». Входные двери, перила, освещение, замена напольного покрытия, окраска стен и прокладка слаботочных систем. Каждому аспекту при ремонте уделяют особое внимание. Список адресов, которые вошли в программу, еще до конца не сформирован. Сотрудники управления ЖКХ продолжают мониторить дома округа. Точный перечень будет опубликован до 17 апреля. На 18 число мы хотим услышать от вас, четко, сроки, когда, в каком адресе выйдут рабочие и начнут работать. Потому что жители тоже должны в определенной мере подготовиться к этим мероприятиям. Весна – время положительных перемен. Как внутри дома, так и во дворах. Месячник благоустройства в Мытищах уже стартовал. Ежедневно коммунальщики проводят работы по ремонту дорог, опиловке деревьев, уборке мусора и покраске фасадов. Но, конечно, главными событиями станут общегородской субботник и акция «Лес Победы». Планируется у нас после завершения работ по благоустройству на территории городского округа Мытища в мае месяце это «Лес Победы». Мы данные адреса определяем из голосования. На сегодняшний день в голосовании было принято участие более 1000 жителей. Определены у нас места для посадки деревьев. Вы видите, это Вера Волошина, дом 21, корпус 1, Семашко, дом 10, корпус 1 и проспект Астрахова, дом 4. На сегодняшний день дата проведения мероприятий пока еще прорабатывается. Но сделать свой двор и город чище можно в любой день, независимо от городских мероприятий. Если это, условно говоря, 29-е, там, либо 22-е, число, где конкретно, кто, какие подразделения. Теплосеть там-то, электросеть там-то, там какое-то еще предприятие, метровагон машет там. Нам надо силами наших предприятий, при поддержке наших жителей, максимально привести все городские территории в порядок. О дате, месте и времени проведения акций можно будет узнать на официальных ресурсах, в аккаунтах главы округа Юлии Купецкой, на сайте администрации и в эфире нашего телеканала. Алина Савваш, Денис Корнев, Максим Силаев, Первый Мытищинский.